Слова, изменившие мир. Так названа вторая смена 2020 года. А что, как не книжная ярмарка, может познакомить со словом? Еще перед входом во дворец Суксу участников мероприятия встречают сказочные персонажи, танцы и песни. А внутри сказка продолжается. Вы попадаете на встречу с автором и мастером слова Нечипаренко Юрием Дмитриевичем, который читает ребятам свои рассказы и раскрывает секрет. А как же самому стать писателем? Я бы начинал с маленьких рассказов, каких-то забавных историй о жизни, то есть из реальных наблюдений и рассказа о том, что вы знаете. Щелкунчик, Тимур и его команда, мальчик со шпагой и каштанка. Эти и многие другие книги ребята могли приобрести на книжной ярмарке, причем совершенно бесплатно. Все, что нужно, это верить в сказку и волшебный жетон.